Всем привет! С вами я, Алиса, с канала Беливикс, и многим уже знакомая моя лучшая подруга Кристина. С ней мы снимали первую часть Бинбузл Челленджа, а также обзор на Инвизибили. Кто не видел, ссылка вас уже ждет в описании. И сегодня у нас будет весьма интересный и прикрутейший эксперимент. Я буду наносить Кристине 1000 слоев лака. Мы уже подготовили 5 разных лаков, причем это разные цвета. Мы выбрали яркие. Это зеленый, желтый, 2 таких нежных тона и синий. Насколько это удобно и красиво смотрится, мы с вами увидим чуточку позже. Кстати, сколько времени на это потратилось, сколько лака на это ушло, мы это все с вами высчитаем и все с вами посмотрим, но чуточку позже. Давайте уже приступать к нашему эксперименту, да. А то ногти заждались. Итак, Алиса мне уже нанесла первый базовый белый слой, чтобы ногти не портились. Ну, и мы начинаем наш эксперимент. Какой слой будет первый? Ну, я предлагаю самый яркий, пусть это будет зеленый. Ну хорошо, поехали. Давай, с левой руки. Итак, Алиса мне нанесла первый зеленый, такой милый цвет достаточно. И вот следующий желтый. Два слоя. Пока не особо видно. Шел 9-й слой. Шел 25-й слой. Слушай, ты так классно не делаешь мимику. А можно я сама попробую? Давай, можно делать. Я не думаю, что этот лак быстро засохнет. Мы на 30-м слое лака, и уже тут начинает все подтекать, поэтому нам на помощь приходят уже ватные диски, ну и палочки ушные. Да, в общем, мы немного сбоку с ногтя убрали лак, потому что это невозможно. Все перетекает, все размазывается, чуть-чуть уляпали стол. В общем, это все так долго получается, мы решили красить 4 руки. Итак, у нас юбилейный 50-й слой лака. Ну, Кристин, у нас уже где-то 60-й слой лака. Расскажи нашим зрителям, что ты чувствуешь вообще, ощущаешь ли ты эту кучу, можно так выразиться, в данном случае. Ну, расскажи, пожалуйста. Я беру у тебя интервью. Ну, ощущения такие, как не при обычном маникюре, какая-то тяжесть на ногтях. Это наверняка неудобно, ничего невозможно сделать, это куча времени будет сохнуть, боже. Я не могу представить людей с таким маникюром, да и саму себя тоже. Полностью оправданы. Да, еще у меня ничего не высохло, и все стекает. Приходится поддувать, чтобы на кожу не попало. Ты что, дурак, что ли? Да. Давай!
всю стекает. Я вижу. Итак, ребята, у нас 100-й юбилейный слой лака. Вот это поворот! Я устала, ты понимаешь, все стекает, все пачкается. Делаю на своих ногтях, я все. А у меня маникюр с поняшкой. Итак, могли нанести 1000 слоев лака, но нанесли 150. Какие ощущения? Полная тяжесть ногтей, неудобство. Да, конечно, так и с такими ногтями не походишь. Да к тому же их тонко не высушишь. Это либо займет уйму времени, либо это просто бесполезно. Но если вы хотите хорошо провести время со своей подругой, то это прям идеально подходит для вас. Итак, для этого эксперимента нам понадобилось 5 разных лаков. Мы потратили около 2 часов для того, чтобы создать вот этот шедевр. И лаки мы все измазюкали, поэтому они очень-преочень странно выглядят. Там в желтом смесь синего, зеленого, бежевого и розового. Ну, в общем, всех тонов, что у нас было. Штанов. Так, в общем, наш маникюр закончен, будем его снимать при помощи обычной ушной палочки. Я это выговорила. Как это делается, мне страшно. В общем, берем и... Стоп. Как слизень из охотников на монстров. Охотников? Да, охотники за привидениями. Прикольно, это уж все так прилипло и странно очень выглядит. Шрек уши почистил. Столь с лишним слоем лака я сняла. Как видите, это ужасно. Еще нам будет подработать все ацетоном. Вот, выглядит это примерно так, как я собрала. Что ж, а на этом наш эксперимент подходит к концу. Обязательно напишите в комментарии, понравилось ли вам наше видео с Кристиной, а также пробовали ли вы делать вот это вот все, что мы сегодня с вами проделали вместе. И какой у вас был эффект. Ну, а на этом все. С вами были мы. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки и пишите комментарии. Мы это очень любим читать. Да. Be cool and crazy! Пока-пока!